«Шаг на льду», Томаш Вернер с короткой программой и очень важный каскад. Но вот каскад не получился, и четверной тулуп также был выполнен не самым лучшим образом. Не уверен, что там был четверной. Тройной аксель. Не все получилось у Вернера. Тройной лут просто сорван. Кстати, музыка у него, саундтрек с таким названием, который никаких сомнений не вызывает. Кого мы видим на льду? Саундтрек называется «Дракула». В образе вампира не удалось Томашу Вернеру выполнить свою программу так, как это задумано было. Сорвал он и каскад 4-3, ну и практически бабочка мы видели на тройном лутце. Вот сейчас очень важный момент, был ли там вообще четверной. Каскада-то не получилось из-за того, что выезд после прыжка был неудачный. Но был ли это прыжок четверной? Давайте посмотрим. Да, приземление было на две ноги, но четыре оборота мы с вами видели. Единственное, что, может быть, он будет недокручен, но это уже арбитры решат. Тройной аксель выполнен был удачно. Ну и вот сорванный тройной лутц. Столько ошибок. Ясно, что ждать высокой оценки не приходится. У него в активе есть результат 81,5 баллов. Это его личный рекорд. Короткой программе, показанной на чемпионате Европы 2009 года. Неровно выступает в последние годы Вернер. Был чемпионом Европы в 2008 году. В 2010 провалил чемпионат Европы, занял только 10 место. Ну вот посмотрите, во что вылились эти ошибки. 58,79. В общем, провальный